Сысленко Виолетта Андреевна. 9 лет. Номинация «Поэзия». Педагог Бережная Татьяна Борисовна. Сергей Михалков. «Нет войны». Спать легли однажды дети, окна все затемнены. А проснулись на рассвете, в окнах свет, и нет войны. Можно больше не прощаться и на фронт не провожать. Будут с фронта возвращаться, мы героев будем ждать. Зарастут травой траншеи на местах былых боев. С каждым годом хорошея станут сотни городов. И в хорошие минуты вспомнишь ты, вспомню я, как от вражьих полчищ лютых очищали мы края. Вспомним все, как мы дружили, как пожары мы тушили, как у нашего крыльца молоком парным поили посидевшего от пыли утомленного бойца. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя, за народ, за нас с тобой. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, пешим, плавающим, конным, утомленным, закаленным, слава павшим и живым от души. Спасибо им!